56-летнего екатеринбуржца Сергея Суетина искали целый месяц в районе Уктуса и Нахимаши, а нашли лишь накануне мертвым, возле частных изб на улице Пархоменко в окрестностях Нижнеусетска. 21 декабря вечером, после новогоднего корпоратива, подвыпившего Суетина коллега по работе довел до автобусной остановки Уктус, а сам уехал в другую сторону. На прощание Сергей сказал приятелю, что домой на Химаш пешком пойдет. Было 10 вечера, и автобусы уже ходили редко. Как уточнила в комментариях городскому порталу Е1 дочь погибшего, ее отца месяц спустя случайно нашли геодезисты, что-то ковырявшие в том месте. По словам Ксении, отец лежал под небольшим деревянным пешеходным мостиком, который соорудили над двумя трубами. В одной из них он и лежал, заявила женщина. По досочкам люди ходили, но никто ничего не видел, сообщила Ксения, уточнив, что родственники не исключают криминальную подоплеку смерти Сергея Суетина. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы. Но у мужчины пропал телефон, хотя кошелек и деньги были на месте, и документы тоже. По информации портала 66.ru, ссылающегося на слова супруги Сергея, он в тот вечер позвонил ей около 10 вечера, сообщил, что заблудился. Женщине это показалось очень странным, ведь муж ее работает водителем и город хорошо знает. После того звонка телефон Сергея стал недоступен. В 4 утра 22 декабря жена получила смс-ку о том, что абонент снова в сети. Но дозвониться до него родственники так и не смогли. Кто-то сбрасывал звонки, а потом телефон отключился вовсе.